В день старта Восточного экономического форума торжественно открылась выставка «Улицы Дальнего Востока». Начало работы выставки – одно из знаковых событий в программе ВЭФ. Каждый год, вот уже на протяжении 9 лет, мы собираемся во Владивостоке, чтобы рассказать о путях развития Дальнего Востока России, геостратегического макрорегиона, который занимает 40% самой большой страны мира. Восточный экономический форум помогает нам найти новые цепочки сотрудничества, помогает расширить зону взаимопонимания и доверия. Это очень важно в сегодняшнем мире. На улицах Дальнего Востока субъекты Дальневосточного федерального округа представляют в своих павильонах ключевые достижения и перспективные инвестиционные проекты, демонстрируя экономическое развитие регионов. Кроме того, сегодня стартовала работа рыбного рынка, который впервые организовал на выставке «Приморский край». Там гости смогут попробовать продукцию приморских компаний. Вот мы и вновь вместе открываем улицу Дальнего Востока. Она родилась 9 лет назад, родилась как мечта о том, как можно в одном месте показать огромный Дальний Восток, все его 11 регионов, совсем разных. Мы каждый год показываем здесь свои мечты, новые проекты, новые дороги и больницы, показываем то, как развивается Дальний Восток. Для жителей и гостей Приморья улицы Дальнего Востока будут открыты 7 и 8 сентября с 10 утра до 19 вечера. Чтобы увидеть экспозиции, представленные на выставке, необходимо пройти регистрацию на сайте, после чего распечатать бесплатный билет или предъявить при входе электронную версию на мобильном устройстве. Артем Белов, Диана Иванова, новости на 8.